Здравствуйте, ребята! Сегодня мы будем играть в разные игры в Google. Ну что, давай. Игры на двоих попробуем. Кого на круг назвать, чтобы мы туда попали? Понятно? Подожди, ребята, не работает что-то. Ребята, извините, не работает. Придется что-то. Еще раз нет. Тогда во что поиграем? Нет, давай его сделаем реакцию на цифровой цирк. Ребята, извините, в игру мы не смогли поиграть. Тогда будет реакция на цифровой цирк. Так, как мы попомни. Смотрим. Добро пожаловать в удивительный цифровой! Смотри, какой-то зубастик. Да. Давай только потише поставим, а то кому-то мешать будем. У нас дома много кто есть. Давай 22 подходит. Не вот так. Цирк! Меня зовут Кейн, я ваш конферансье, и я здесь... Кейн, это одна из твоих NPC или новая лохушка? Потому что если это новый персонаж, то нам придется переделать всю заставку. Я это повторять не буду. Ой-ой, похоже, в этот мир прибыл новый человек! Как мне снять этот шлем? Просто тяни сильнее. У нас же получилось. Что происходит? Я надела какую-то странную гарнитуру, и теперь здесь... Кто вы такие? Почему я не могу ее снять? Где я? Просто постарайся успокоиться. Все будет хорошо, новенькая. Мы все через это прошли. Тебе просто нужно собраться Какого с мыслью. Происходит?
Что? Нет-нет-нет, дорогуша, здесь мы не приемлем всего сквернословия. Удивительный цифровой цирк — это место, которым наслаждаются зрители всех возрастов. Ты, подруга моя, попала в невероятный мир чудес, где все может случиться. Кроме мата. Блять, ебало, пи***ло, хуй, ебало, запа, жопа, пи***а, мата, пи***а. Сука. Боже мой. И как мне, уйти? Не паникуй или типа того, но мы не совсем... Никак! Что? Заткнись, Джекс. Да, он прав. Добро пожаловать в новый дом и новое тело. Новый дом? Это в смысле? Ребята, будьте добры. 3 года как тут застряли. Старина Королёр, вероятно, здесь дольше всех. Кто-то сказал что-то о коллекции насекомых? И поэтому он свихнулся. Окей, теперь я поняла. Это все сон. Я должна просто подыгрывать, пока не проснусь, верно? Думай, как хочешь, малая. Они сломали мою маску комедии. Что, Кейн, будет сегодня приключение для новенькой или как? Для начала я бы хотел устроить новоприбывшей экскурсию по землям цирка. Начнем же! Здесь у нас шатер! Тут вы живете, а также занимаетесь самыми разными делами. Например, такими делами, как... Как мне тяжело, как вот эти... Бассейны с шарами, мини-гольф и другое! А вот здесь наши земли! Утопись в нашем цифровом озере или прокатись на горках на цифровом карнавале. Ночью, днем, всем по делам! Тебе выбирать себе теплый прием! Это все, что есть? Конечно нет! Здесь у нас пустота! Мы обычно не суемся в пустоту. Даже я не знаю, что там. Мы останемся здесь, где я смогу не спускать своих сотен всевидящих глаз с вас. Привет, Кейн, я люблю тебя. Пошли-ка отсюда, пока луна не завелась. Подожди, что ты... Воу, уборку в номер. Я в деле, босс. Почему ты такой? Подожди! Что это за дверь на выход, которую я там видела? Через нее можно уйти? Какой выход? Если бы был способ уйти, я уверен, мы бы уже все... Да, о чем ты говоришь? Уверяю вас, не существует никакого волшебного выхода! Ты, наверное, просто испытываешь цифровые галлюцинации от твоего перехода разума в цифровую плоскость! Но, клянусь, я видела его... Цифровые галлюцинации! Поговорим о чем-нибудь другом, например, твое имя! Мое имя? Меня зовут... О, боже! Почему я не могу вспомнить свое имя? Никто не может вспомнить свое имя, войдя в цифровой цирк! Одна из немногих вещей, которые я не могу контролировать, это ваш разум! Поэтому все, чем я могу помочь, это придумать новое! Как меня зовут? Не забивай свою головушку! Твое новое имя может быть каким угодно! Ты подтверждаешь, что проявление названия имени не нарушает позиции следствия возрастной цифрового цирка. Указанное мое имя не имеет никакого отношения к желательному контенту, нежелательный контент, включает в меня ограниченный материал социального характера, не присутствует оскорбление, не вызывающее насилие, не вызывающее дискомфорт, или ненормативную лексику. Что думаешь? Мне все равно, просто выбери что-нибудь. Посмотрим. Что думаешь о X? Я не... Ты права, ужасно, еще раз. Что насчет помни? Конечно. Думаю, я просто... Обалдеть, ты прав, Джекс. Мы должны устроить суперкрутое приключение для нашей новенькой помни. Я сказал это 5 минут назад. Ты любишь приключения? Увлечение? Удивление? Риск? Страх? Бой? Страдание? Огонь? Смерть? Болезнь? Смерть? Ангельский пирог? Ням. Ах ты, паразит! Я так-то... Как ты здесь новенькая, мы сделаем простое внутричковое приключение, которое покажет, как здесь все устроено. Что? Нет, боже, я не хочу внутричковые приключения. Не волнуйся, Зубл. Я сделаю его ненавязчивым, чтобы ты еще могла выбрать не участвовать. Сегодняшнее приключение... Собрать глоньков! Все, верно!
верно! Весь цирк будет заряжен глоинками! И вы будете должны поймать их всех! А что они такое? Рад, что ты спросил, Пузырек! Они маленькие! А что они делают? Они... А как они... Глоинки — это маленькие зорняшки, что крадут все и вся на своем пути! Зачем эти гуманоидные ладушки это делают? Как их остановить? Это вам и придется узнать! А теперь удачи и веселитесь, мои маленькие звездочки! Что все это вообще значит? А, всего лишь одно из маленьких приключений Кейна. Всякие веселые штуки, чтобы, ну, не дать нам сойти с ума. За себя говори. Если кому понадоблюсь, идите нахуй. О боже, господи, нет! О боже, кто-нибудь помогите! О боже, они убили Зубл. Ну и ладно, перекусить не хотите? Ой, кстати, стоит проведать Кауфма. Думаю, он был бы рад знакомству с Помни. Моя неприступная крепость! Хочешь вместе с нами проведать Кауфма? Нет, не особо. Полагаю, Кауфма сошел с ума. В последней беседе он нес бессвязную чепуху о выходе. Прямо как ты, Помни. Возможно, ты тоже сходишь с ума. Постойте, разве это не значит, что выход все-таки существует? Или это значит, что ты потихоньку сходишь с ума? Стойте, мы не поможем Зуб? Ну, думаю, стоит все же спросить его, а если все взаправду? Что, конечно, не так, ведь это все сон. Ха, все еще думает, что это сон. А почему ты так на меня смотришь? Я делаю всякое, лишь бы наблюдать, как веселые штуки происходят с кем-то. Так, ладно, эти штуки мне уже надоели. Ты, я... И помни, мы проведаем Кауфма. В то время как Плакса и этот Ку-Ку разберутся с неразберихой Зубл. Думаешь, хорошая идея оставить их вместе? Конечно, да. Перед тобой двое самых стабильно уравновешенных и способных индивида. Вперед, дамы. Докучать клоуну. Моя комедийная маска опять разбита. Гангл, напугала. Ну, здесь мы и живем. Точнее, мы здесь спим. Не то чтобы нам нужен был сон, но иногда приятно просто отдохнуть от всего, позаниматься там рутиной, знаешь. Держу пари, тут есть. О, смотри, а вот и твоя комната. Сразу появилась комната этой девочки. Забыл, как ее зовут, помни. А, точно, помни. Я придумаю новое имя, помни. Комната. Я до сих пор не пойму. Все эти приключения... Зачем они вообще? Почему просто не попытаться найти выход? Ну, мы так и делали, впервые попав сюда, но... Через некоторое время ты осознаешь, что выхода нет, и вечная погоня за недостижимой целью начинает сводить с ума. И в конечном счете задаешься вопросом о смысле всего этого, с шансом потерять себя и забыть, для чего ты жил, и достигнув предела, с тобой может случиться нечто поистине страшное. Но у нас с тобой не это на повестке дня. Все же приключения дают возможность занять себя, сохраняя разум здоровым и чистым. Слава богу, это лишь сон, да, помни? Зачем мы тут? Что мы делаем? Мы пришли к нашему другу. Ха, может быть, он не у себя? Надеюсь, все в порядке. Не парься, куколка, у меня есть ключ от его комнаты. Что? Что? Как? У тебя не должны быть ключи от наших комнат. Да, у меня от всего ключи, и все в норме. Кстати, я, возможно, кое-что оставил у тебя, так что дай знать, если найдешь. Ты же не боишься сороконожек? Джекс! Это же буквально единственное, чего я боюсь! Чего? Не факт, что вопрос относится к теме, я так заранее спросил. Я и искал. Спасибо, что присмотрел, Кауфи. Пойду, пожалуй, пока. Оу, Кауфма рассеялся? Ну, ничего. Что это? Возможно, то самое страшное, что я упоминала. Когда ты достигаешь предела. А? Так, подожди. Может, его еще можно исправить? Позовем Кейна.
Послушай, знаю, мы не всегда ладили из-за моего типа большого смеха над твоими шутками. Клянусь, я действительно думала, что они забавные. У меня просто был плохой день. Эй, помни, ты не могла бы, мне помочь. Я пойму, если ты не захочешь. Прости! Не пойму, на что я смотрю. Мы заметили, как Глоин унес туда кусочек зуба, помнишь? А, да, спасибо за объяснение. Она сказала тень. Господи, мы так себе справляемся. Его, по-моему, тень. Здорово. Ребят. Чакс! Мы нашли нору зуба. Круто. Как там Кауфман? Надеюсь, он не злится на меня за то, что я не смеялась над его шутками. А он в порядке. Я вообще... школу приеду. Скажу, что Ника... Когда не видел его счастливее. Что ж, приятно знать, что он окончательно не сошел с ума. Кстати, он просил передать это. Коллекция насекомых? Скорее гнездо. Ау! Рогата, тебя ведь так зовут, да? Эй, слушай, я не хотела оставлять тебя. Я просто... взгляни на руку. Я не знала, что делать. Всё нормально. Тебе нужно найти Кейна. Он сможет починить меня и позаботиться о Кауфо. Ладно, но где мне его найти? Я не уверена. Просто поиграй вокруг и позови его. Хорошо, я найду его. А ты просто оставайся тут. Не то чтобы ты могла двигаться, а просто держись. Скоро буду, обещаю. Хорошо. И помни, мне жаль, что твой первый день был так ужасен. А я забыла, что это её... Да, ну, не переживай. Я пошла за Кейном. Ау! Кейн! У нас тут маленькая проблема! Маленькая? Какая мамка большая? Давай!
Советую гигантское отребье! Смеет находиться в гнезде королевы Клоиков! А, так вот ты кто. Знаешь, стоило бы сначала спросить моего согласия перед тем, как вынуждать смотреть на подобную мерзость. Как презренно! Кроме Клоик, что смеет открыть рот в присутствии моей королевской особы! Что ж, как член королевской семьи, я хотел бы любезно попросить о... О, смотри, там Зубл! Привет, Зубл! А-а-а, помогите, идиоты! Как грубо, Зубл. Теперь я не хочу помогать тебе. Нет, я всегда проигрываю. Да! Попалась! Эй! Эй, король, ах ты! Переживет. Спрятаться, спрятаться! Где же спрятаться? Должно быть клойками! Я клойки! Вы будете клойками! Бог будет клойками! Это глупо и странно. Вы все же вы смотрите! Я здесь не ради приключений, я тут прячусь... О, рад, что ты в порядке! Ты же не видела то игровое шоу, да? Я... О чем ты говоришь? Что происходит? Это просто Кауфма, не парься. Кауфма рассеялся? Не, он в порядке. Действительно, как нам выбраться отсюда? Ребята, вон там. Дамы вперед. Так нет, стоп, о чем это я? Стой, помни, не с вами? Разве не для нее вы все это затеяли? Тихо, я не слышу эскалатор.
пузырек. Ты всегда знаешь, как заставить меня сказать это предложение. Что? Оповещение на моих Wacky Watch в такой час? О нет! Кто-то вышел в пустоту! Они же сейчас испортятся! Вот так вот! Что тут, черт возьми, произошло? Ах, да! Моя работа! Кейн! Кауфман прошел через Кауфмозис и рассеялся! Кауфман рассеялся? Что ж мне никто не сказал? И отправляемся в подвал! Блин, поверить не могу, что Кауфман так просто сдался. Ну, без обид, королёр, но я думала, что это будешь ты. Спасибо. Думаю, это очередной раз доказывает, что на королёра нельзя положиться. Мне так больно! О! Мне следует извиниться за то, что солгал о выходе. Я знал, насколько вы все хотели, чтобы он был, но, знаете, у меня была куча проблем с идеей, что же сделать на другой стороне, и в итоге я так и не закончил. И вы знаете, как мне не нравится показывать людям незаконченную работу. Особенно, если это уводит вас в пустоту. Итак, смотрю, вы победили королеву Глоинков, так что приключение окончено. Ваша награда — восхитительный цифровой пир, приготовленный нашим шеф-поваром-пузырьком. Сделано с любовью и в рамках закона, конечно же. Знаете, а лично я проголодался. Ты даже ничего не сделал. И чё? Голодным-то я могу быть? Ну, не совсем. Ведь нам не нужно есть, пить или спать в этом цифровом мире. Таким образом, цифровая еда здесь дает только виртуальное ощущение еды без каких-либо питательных преимуществ. Господи, прекрати. С каких пор ты стал экспертом цифровых технологий? Экспертом в чем? Ребята, до свидания. Это была реакция на цифровой цирк. Всем пока.